Институт развития имеет большое значение в продвижении экономики государства в Жамбылской области. Продолжается работа по взаимодействию с институтами развития. Тем не менее, резервы и возможности региона освоены не полностью. В этой связи сегодня аким области Бердибек Сапарбаев провел онлайн-совещание с участием представителей АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». На встрече стороны обсудили важные предложения и проекты. На протяжении нескольких лет Жамбылская область совместно с финансовыми институтами развития успешно работает по проектам строительства, производства и другим. Однако глава региона отметил, что имеющаяся возможность используется неэффективно. В частности, он отметил, что работа акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» слабая. С этой целью сегодня в совещании принял участие председатель правления Айдар Абдразакулы. Кроме того, в настоящее время существуют проблемы жилищного строительства и выделения квартир. В свою очередь, Бердибек Сапарбаев отметил, что население Жамбылской области с каждым годом растет. Количество очередников на получение жилья составляет около 32 тысяч человек. Это актуальный вопрос. В связи с этим он отметил, что в регионе необходимо начать интенсивное строительство жилых домов. Если каждый год мы будем выдавать по 3 тысячи квартир, сколько лет надо, тем более у нас очень хороший рост, естественный рост населения. Рождаемость – это хорошо. Поэтому, конечно, нам надо использовать все источники, все возможности для того, чтобы строить побольше. Кроме того, аким области подчеркнул, что необходимо использовать потенциал региона и увеличивать выращивание сахарной свеклы до максимума. Главная цель – обеспечение сахаром всего Казахстана, а также экспорт в другие страны. Для этого необходимо избавиться от старых технологий и построить новый завод. Хозяевам вот этого сахарного завода мы сейчас уже около 10 тысяч гектаров поливных земель дали, но мы им сказали, если начнется строительство завода, то тогда мы можем увеличить, довести до 50 тысяч гектаров. В ходе совещания обсудили новые проекты и предложения. При должной поддержке все будет реализовано, отметили в ходе совещания. Мы должны использовать все наши возможности на максимальном уровне. Время быстротечно, необходимо все проекты реализовать, а не оставлять на бумаге. Минсельхоз должны ускорить работу. Где ваши предложения? В завершение совещания были даны поручения ответственным управлениям по намеченным планам. Главное теперь все сделать быстро и качественно. Катерина Иващенко, Ханабель Хаир, 77 News.